Слава Богу, слава Богу! Вы знаете, какое хорошее время мы сейчас имеем. Рождество – это такой длинный процесс в наших краях. Мы начинаем с 25-го, заканчиваем 7 января, 25 декабря. Это 2 недели праздника. И поэтому у всех сейчас настроение рождественское. Кто уже отпраздновал? А кто готовится, кто к Новому году. Вы знаете, праздник всегда полезен, потому что во время праздника мы все становимся добрыми, мы лучшие, мы любящие. Вы знаете, я видел много даже семейные пары, которые примиряются во время праздников, потом сразу ссорятся после, потом снова ждут следующего праздника. Лучше создайте праздник каждый день, особенно в душе и в сердце. Особенно это важно для тех людей, с которыми вы постоянно общаетесь. Сохраняйте праздничное общение, отношение к ним всегда. Но сегодня я хочу, чтобы в это праздничное время, пока мы готовимся, там торты печем, кабани жарим. Не, наверное, не надо жарить кабани. Что с ним надо делать? Это сразу вы видите, что мое кулинарное дело хромает. А зато проповедническое – хорошо. Я хочу сообщить вам сегодня, что вы, каждый, надобны Господу. Ты надобен Господу. Ты надобна Господу. Бог смотрит на тебя и говорит, он или она мне нужен, нужна. И я хочу с вами об этом сегодня говорить, как раз в это время мы можем размышлять, готовиться к тому, что сделает Бог через нас в следующем году. Ты нужен Господу. Моя проповедь называется «Ты надобен Господу». Евангелие от Марка, 11 глава, 2 стих по 10. И говорит им, «Пойдите в селение, которая прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус, то есть, надобен Господу, и отпустили их. И привели вот осленка к Иисусу, возложили на него одежды свои, Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои на дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа!» Царство отца нашего Давида, Осанна Вышних. История вам знакомая. Молодой осел приготовлен к этому времени. Этот раньше могли бы на нем сесть. Было много шансов. Он уже возраст такого, что на нем можно сесть могли. Но Бог его сохранил, чтобы на нем никто не сел. Хотели, думали, планировали, Бог не дал. Удивительно, как Бог может соблюсти ситуацию, которую ему надо, даже без осознанного, ощутимого водительства Духа Святого. Я раньше всегда думал, что Бог добивается цели через осознанного слышания голоса Божий. Не всегда.
В этом случае он соблюд, он им помог исполнить его желание. Многие из вас, вы в положении этого же осла. Бог вас спас. Бог планировал, чтобы вы были как раз в это время. Когда дается шанс, старайся. Не надо заранее себя же исключить. Войди в битву, старайся, пой, молись, беги, что угодно. Потому что само поражение во время конкурса не такое горькое, чем горькое ощущение, что я мог бы стараться, а я не постарался. Оно горче, если есть такое слово, оно хуже переносится, и оно остается с тобою на всю жизнь. Поэтому самые депрессивные люди – это люди, которые попали в центр своего призвания, предназначения и вылетели. Это самые депрессивные люди. Был в центре и вышел. Вот, поэтому заметите, мы все, Бог нас создал для этого времени. И вот Библия говорит, когда пришли забрать осла, это же его время, им сказали, что вы делаете? Не трогайте осла. Каждый из нас были обстоятельства, которые Бог поставил, чтобы нас удержать. Скажите, Бог поставил. Вот смотрите, пришли к Иисусу, к этому ослу, и осел держится. И когда они пришли, люди рядом сказали, что вы делаете? Не трогайте осла, оставите его. Обстоятельства раньше были Божьими, да. Бог хотел, чтобы ты был привязан к воротам, да. А потом срок Божий закончился. И Бог даст тебе что-то, что покажет тебе, что время закончилось. И когда пришли за осла, что сказали люди? Что вы делаете? То есть, уже борются за осла, за статус-кво, люди, религия, традиция. Вы не представляете, сколько людей были в воле Божьей. Но воля Божья уже нету, потому что действия те же, но в неправильном времени. Действия те же, но не сейчас. Когда ты делаешь правильные действия, Богом порученные, но не в Божьем времени, ты не в воле Божьей. Но что мне нравится? Когда они начали отвязывать осла, им сказали, что вы делаете? Не надо. Они повторили слова Иисуса. Скажите слова Иисуса. Я вас не слышу. Скажи слова Иисуса. Скажи призвание Иисуса. Они сказали, надо бен Господу. Призвание Божие в твоей жизни развяжет и уберет все веревки, которые держат тебя. И Библия говорит, Иисус вошел в Иерусалим на осле. Там прыгали, там шумели. Заметите, первые апостолы вошли в историю, потому что на них Дух Святой осел, и они достигли всего мира. Библия говорит, Деяния апостолов 2:24 написано, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего ветра, наполнил весь дом, где они находились. Это как облако, да, благословение на всех. Дом наполнен. Скажите, дом наполнен. А после этого и явились им языки огненные, почили по одному на каждому из них. И наполнились они Святого Духа и начали говорить на них языках. Заметите, апостолы, на них сел Дух Святой. Они начали говорить на них языках. Они начали молиться за больных. Они начали изгонять бесов.
Они начали проповедовать, они начали достигать городов, они начали достигать народов. И они начали даже до Киева дошли. Они дошли не потому, что они путешественники. Они дошли потому, что на них сел Дух Святый. Мы достигаем народов не потому, что мы путешественники. Нет. На нас сошел Дух Святой. Все генералы Божии, которые жили когда-либо, все по очереди стали хорошими ослонками. И Бог через них двигался, сделал много чего. Но теперь наша очередь нести Иисуса Христа к людям, нести помазание Божие к нуждающимся, нести призвание к тому, ради кого Бог нас призвал, нести Божию ответственность за других людей, приносить влияние на своих и на чужих, приносить влияние на наше поколение и запустить влияние для следующего поколения. Наша очередь пришла. Деяния 9 глава с 1 стиха и 3 по 6. Савва уже еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Когда же он шел, приблизился к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю, услышал голос, говорящий ему: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Савва – хороший пример, как стать хорошим ослом. Правда, он сидит на осле. Тоже послушный осел. Савва шел не туда. То есть Савва двигается в неправильные направления вообще. Это говорит о том, что Савва, мы его встречаем, он является ослом для дьявола. Оказывается, дьявол тоже ищет осла. Дьявол тоже ищет осла. Когда мы встречаем Савла, он подходящий осел для сатаны. Заметьте, как Бог ищет осла, так и дьявол. Все зло, которое мы видим сегодня на земле, воровство, убийство, блуд, прелюбодеяние, ложь, обман, разрушение, непрощение, гнев, обиды. Все это проявление дьявола через кого-то, на ком он сидит. Это значит, в это время ты ослонок, на котором сидит сатана. Нет, пастор, это не сатана, это просто я. Нет, это не ты. Любой оркестр имеет свой дирижер. И ты в дирижере, в дьявольском оркестре, у тебя звук воровства, например. У кого-то звук другой. А я ничего плохого не делаю, только кричу на мужа, чтобы он был зрелым. У тебя звук называется крик на мужа. А у меня нету звука, я просто учу мою жену глупую, чтобы она стала мудрее. У тебя звук называется обзываю жену с надеждой, что она станет мудрее. Доказано учеными, что женщины мудрыми от обзывания не бывают.
Точно так же мужчины от криков не станут лучшими. Ты просто осел, на который сел дьявол. И раньше, чем он постарается, раньше, чем ты его выбросишь, испортит жизни много людей через тебя. Но Савву, молодец. Ой, скажите, молодец. Савву, на нем сидит сатана. А Савву думает, что это он. На самом деле, в ухо шепчет дьявол. Все, что он делает, это дьявол его толкает. А он думает, что это он. Дух религии, прямо его, беги. Дух убийства, дух гнева. Много духов, если последовать, исследовать. Гнев, убийство, ярость, религии, фарисейство. У него целые много духов гоняют его. Но Савву поменялся и стал другим ослом. Скажите, другой осел. Как это произошло? Первое. Мы с вами читали. Бог стал ему реальным. Бог сделался ему реальным. Пришел свет с неба, голос с неба, и Савву вдруг Бог стал реальным, живым. И то, что написано в Библии, стало не просто книга, не просто роман, не просто слова христианские, а реальностью. Мы выбрасываем того, как его назовем, того, этот наездника, неправильно, только когда нам открывается реальность Господа Бога, реальность Слова Божьего. Потому что, когда Слово Божье нереален тебе, в борьбе с твоими эмоциями не победить Слово Божье. Когда оно нереально тебе, твои эмоции, желания всегда победят. Единственное, когда твои эмоции, желания перестанут победить, это когда Слово Божие и Бог становятся живым, реальным. Тогда твои эмоции и желания, и настрои, и что хочу, то я и делаю, пойдут на втором плане. А так, приди к человеку и скажет, не делай это, бесполезно, я пастор, я в курсе, это потери времени. Не перестану. Буду делать дальше. До тех пор, пока Слово Божие не станет реальным. Или небо, рай не стал реальным. Или ад не стал реальным. Или Бог не стал реальным. Или дьявол не стал реальным. Что-то в духовном мире должно прийти, чтобы они поняли, ой, я так не хочу. Или ой, я хочу так. А так просто от убеждения не работает. Савву, почему Бог стал реальным? А потому что он позволил слова Божьи, голос Божий проникать в его сердце. Открытое сердце. Скажите со мной, открытое сердце. Открытое сердце не все знает, но открытое сердце имеет готовность делать все, что Бог хочет, что Бог попросит. Это состояние решения, когда я говорю, не все мне нравится, что Бог хочет, не все мне приятно, даже мне отвратительно, я так не хочу, мне так не хочется, я по-другому хочу. Но, скажите, но, я располагаю мое сердце. Что хочешь, то я сделаю. Мы на автомате не праведные мы. Автоматически мы не хотим Божьего. Нет. На автомате мы хотим все противоположно. Нам тянет другое. Но когда ты становишься бриллиантом Божьим,
когда как Иисус, который сказал, если можно было, чтобы эта чаша прошла мимо, это мое желание, Иисус выражает. Это не мы первые. Иисус прошел через это. Если можно. Я не хочу умереть. Я не хочу крест. Я не хочу. Если можно, чтобы, может, колесница пришла с неба. Я не знаю, что он думал. Пришла, забрала меня. И все, закончим с этим. Но мне нравится и конец слова. Но не как я хочу, а как ты. Это называется сердце готовое. Хотя оно не знает, что его ждет. Вот это сердце. Если вы меня спросите, пастор Генри, где ключ хождения с Богом? Вот оно. Это не все знать. Это не все понять. Это не все нравится. Нет. Это да, мне не нравится. Да, я так не хочу. Да, я бы так хотел. Да, мне хочется то. Но решение принято. Как ты хочешь, так я сделаю. И такое решение у Павла было. Павел имел открытость. Открытость – это дороже золота. В глазах Божьих Бог ценит. В глазах твоего призвания. Потому что твое призвание знает, что состоится, как только твое сердце становится таким. Когда твое сердце не такое, твое призвание – плачет каждый день, потому что оно знает, что обречено на несостояние. Потому что с таким сердцем призвание не состоится. Нужно сердце открытое Богу. Что хочешь, то я сделаю. Такое сердце – это золото не только для твоего призвания, но для твоих мечтаний. Мечты знают. Если нет такого сердца у тебя, не состоится. Это также золотое сердце для твоего успешного, хорошего будущего. Почему? Твой хороший будущий знает, не состоится, не быть, если у тебя сердце таким не станет. Остается мечта, которая не сбывается. Стремление, которое не сбывается. Умные речи, которые никогда не станут успешной жизнью. Вы понимаете? Хорошие высказывания, которые никогда не станут хорошим домом, чтобы жить. Глубокие речи, которые никогда не станут реальностью, которую ты можешь руками трогать. Слава Богу, что мы теперь знаем, что, оказывается, мы нужны Богу. Правда, мы нужны другим людям тоже, но очень важно знать, что мы Богу нужны. Он имеет планы по отношению к нам. И одно из вещей, что мне нравится или радует, это когда я вижу, что я, Генри Мадава, нужен Господу. Ведь я такой же простой человек, как и вы. Просто я нашел свое призвание, нашел, в чем я нужен Богу, и я вошел. Заметите, и каждый раз, когда Бог творит чудеса, исцеляет людей, я снова убеждаюсь, я нужен Господу. Давайте посмотрим несколько свидетельств людей, которые получили свое чудо от Бога. И имейте в виду, Бог сделает чудо и для вас тоже. Давайте посмотрим. У Елены на протяжении 10 лет было поражение суставов головного мозга. И сейчас после молитвы боль полностью ушла, сосудов головного мозга и ущемления. У вас было поражение сосудов головного мозга. Они полностью истощены и сказали, восстановлению не подлежат. Да? Да. И сейчас что произошло? У меня полностью ничего не болит, я вообще ничего не ощущаю. Боли были постоянные десятки лет, все время, а сейчас вообще ничего не ощущаю, никакой боли. Спасибо тебе за это, Отец. В апреле была операция на мениске правом колене. И она была сегодня... операция на мениске правом колене. Когда? В апреле. В апреле. Да.
И что случилось? Господь сделал первое чудо. Он существенно сократил послеоперационный период. Ага. Я очень быстро встала а на ноги. Сегодня? А сегодня я первый раз... Ну, я еще бегать не могла. А сегодня я уже пробежала первый раз. Первый раз? Вот с места, да. С места? Вот с места пробежала. Пойдите сюда. Пойдите сюда ко мне, пожалуйста. Володя, машите рукой. Стань там, Володя. Пожалуйста, кончай. Сейчас, я еще вам не сказал. Дальше. Вот. Теперь к нему побежать и вернуться назад. Слава Богу. И назад. Да, вы уловили весь прикол. Спасибо тебе, Господь Божий. Спасибо тебе за это. Правда здорово, так хорошо, когда мы видим чудеса, что Бог творит чудеса, что Бог действует в наши дни. Потому что многие люди пытаются Бога куда-то, ну ладно, Он мне нужен на Пасху, там, на Рождество, в храме, и то с Ним не говорю, с Иисусом не говорю, с Марией поговорю, а Иисус нет. Смотрите, Бог любит каждого из нас, и Он хочет с нами общаться. Поэтому Он приглашает нас, особенно в эти праздничные дни. Придите ко мне, и я приму вас. Сегодня можно прийти к Богу, получить прощение грехов и примириться с Ним. И в эти праздники войти другом Божьим. Для того, чтобы это произошло, помолись со мной прямо сейчас. И Бог простит твои грехи. Скажи со мной, Отец Небесный, прости меня, все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце во имя Иисуса. Аминь. Если помолился эту молитву искренно, то Господь услышал и простил. И со сегодняшнего дня вы Божие дитё. Теперь входите в свое призвание и исполняйте. Если вы имеете проблему в жизни или болезни, возложите руку там, где болит ваше сердце, или там, где болит, я помолюсь за вас. Во имя Иисуса я приказываю всякие болезни и немощи уйти сейчас во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Мы вас очень любим. С праздниками вас. Поздравляю. Бог вас любит.